А Всероссийский центр изучения общественного мнения тем временем обнародовал данные опроса по информированности россиян о голосовании по поправкам в Конституцию. Большинство жителей страны планируют принять участие в голосовании 1 июля. 24% намерены это сделать, начиная с сегодняшнего дня. Согласно исследованию социологов, 54% россиян выразили твердую уверенность в том, что примут участие в голосовании. Причем 74% тех, кто планирует прийти на участки, считают меры санитарной безопасности достаточными, а каждый десятый находит их даже избыточными.